Здорово, клэшеры, с вами Жи, это новая серия ТОП-5 атак, и сегодняшний выпуск будет посвящен 9-м Танхолам. Напоминаю вам, ребят, что если вы хотите увидеть следующую серию уже после этой, то под этим видео должно быть 250 ваших пальцев вверх. Но пока вы эти пальцы ставите, мы приступаем к разогреву, где разогревать нас будет единственный в этом выпуске 10-й Танхол. Поехали! Итак, вот он разогрев, и атакует тут Алекс. Классический никнейм для любого игрока в любой игре. Атакует он 3-й номер, и как вы видите, это вот такой вот 10-й ТХ. Микс выбран достаточно интересно. Это Хоги. То есть мы видели Хоги на 8-м, мы видели Хоги на 9-м. Неужели на 10-м тоже тащат? Во всяком случае, пошел у нас предзаход. Два голема, визарды, герои вышибалы в центр. Все это дело, конечно же, сейчас под баночку, наверное, джампа, рейджа, возможно, даже баночку хила. Будет врываться в центр, будет выносить героев, будет выносить, соответственно, крепость клана, Танхол и, возможно, инферны. Но далее к атаке подключаются уже Хоги. И как вы видите, блин. Ё-моё, во-первых, предзаход вынес, наверное, треть базы, но во-вторых, Хогам ничего вроде как не угрожает, ничто не может их продамажить, немного там пытаются что-то сделать скелетики, но их полностью останавливает Poison. И... изи трешка. Нет, пожалуйста, только не надо мне говорить, что и на 10-м Танхоле Хоги все еще тащат. Это что ж такое получается? Рецепт победы для любого уровня Танхола, что ли? 8-й тащат, 9-й тащат, 10-й пока что еще под вопросом, но первый камушек уже брошен. Ладно, ребят, приступаем уже к ТОП-5. И вот оно, 5-е место. Суровый 7-й номер на 8-й номер оппонента. Вот такой вот 9-й Танхол, ну и прям по расстановочке сразу же читается микс, которым эта база должна сноситься прям на изи. Конечно же, ведьмы. Два голема, 9 или 12 ведьм там было, наверное, все-таки 9. И, по идее, должно все очень и очень легко падать. Но не тут-то было. Посмотрите на эту спарку. Но ее еще не видно, но сейчас она появится. О боже мой. Как я был доволен этой спарки во время атаки. Минус треть армии. Вот так вот начинаешь ты атаку, и в самом начале тебя бах топором, и кастрировали армию на 30% ее мощности. И ты такой думаешь, ну нафиг, ну тут же стопудовая трешка должна была быть. Но на то она и стопудовая, чтобы быть стопудовой. Даже двух выживших вышибал в центре, и Квины хватает на то, чтобы полностью этот центр вынести. Казалось бы, Квина, два синяка, может быть какая-то ведьма, но даже это количество юнитов по 2 баночками, а если еще учитывать джамп, то по 3 баночками, вполне себе выносит центр. Но по краям справляются ведьмы. Забора нет, башни Визарда как-то жестко задефаться не могут, потому что они дефят центральную секцию, и в результате вот такая вот атака. Возможно, не самая красивая, возможно, не самая идеальная, но все-таки это был сильный 9-й Танхол, это была трешечка, ну и в начале было вот такое вот смешное кастрирование армии. Извините, ребят, за это слово, но я не мог не включить эту атаку в этот топ. Идем дальше. 4-е место. И тут у нас Владимир Руба. 6-й номер на 10-очку. Вот такой вот 9-й Танхол, 14-я Квина, 12-й Кинг и достаточно интересный микс. Это у нас големы, ведьмы и Хоги. Комбинация из двух имб 9-го Танхола, ведьмы и Хоги. И тут, блин, все вначале было супер красиво. Смотрите, зачистка круга, запуск синяков в центр. Казалось бы, все идеально, и крепость клана выходит. Но, блин, а куда это вы пошли? Синяки. А куда это вы пошли? Квинушка. И что теперь? В центре у нас крепость клана под Поизоном мочит Кинга, юниты пошли по кругу, и казалось бы, неужели фиаско? Неужели фиаско, братан? Но нет. Все четенько. Смотрите, с крепостью клана Владимир разбирается с помощью Поизона, вытравливает дракона, и дракон умирает. Но далее, несмотря даже на стоящего на поле боя Кинга, Хоги решают. Хоги решают и начинает свой победный скач по этой базе. И потихонечку, полигонечку будет доколачиваться тут трешечка. Вот такая вот атака. Так что, ребят, когда у вас что-то идет не так, не паникуйте лишний раз. Спокойненько, до самого конца сделайте все возможное от вас до последнего момента. И, возможно, ваши усилия будут вознаграждены. Вот такая вот поучительная атака. Досматривайте, но мы идем дальше. Третье место. И опять он, суровый, седьмой номер уже на девяточку. И тут это самая расстановка, которую, думаю, многие опытные девяточки встречали и встречали неоднократно. Крайне популярная база на девятом танхоле, крайне популярная, но почему, лично мне непонятно. И тут я заварил специально вот такой вот микс. Да-да, ребят, если кто не в курсе, суровый это я. Ну нахер. Отец. Я заварил микс из 12 валькирий, потому что я знал, как эта база работает и как тут сработают мои 12 валькирий. Всего-то навсего надо было сделать грамотный предзаход, который чуть не накрылся из-за того, что бомберы сливались под визардом, но ничего страшного. Все-таки забор проламливается, и в эту секцию с танхолом запускаются у меня герои и синяки. Но потом выманивается, конечно же, крепость клана. Если мы посмотрим на радиус ее агро, то поймем, что как только наши юниты доходят уже до области действия танхола, она выходит и, соответственно, ее можно будет уничтожить. Но потом дается зеленый свет валькириям. Как вы видите, с помощью голема и парочки визардов подчищается круг, но далее 12 валик устремляются в одну из 4 больших секций. И тут все, что надо сделать, это просто не проворонить всех этих валькирий и грамотно почищать здание за забором, чтобы валькирии за забор не убежали и не убежали впоследствии как-то по кругу. И если все эти действия совершать грамотно, то валькирии никуда не убегут, а будут бегать именно по этим 4 секциям и спокойно под целыми 4 боевыми баночками. Прошу заметить, что на предзаход кидались только Poison, и боевые баночки оставлялись чисто на валькирий. Под этими 4 баночками без проблем добивается база на 3 звезды. Вот такой вот ключик для такой расстановки. Если не знали, берите на вооружение. Это было 3-е место, мы переходим к серебру. Итак, друзья, 2-е место. Атака Жумана четверочки на 11-й номер оппонента. И тут у нас ведьмы под трясами. Обычно берется 2 джампа, но тут, ребят, у нас ведьмы под трясами, поэтому я решил вам это все дело показать. Прикольный звук, мне понравилось. Итак, друзья, стандартная стадия предзахода, големы-визарды и ведьмы чистят круг, далее в центр пуляются герои, далее в центр пуляются вышибалы из КК. Ох уж эти вышибалы в КК, как же их много последнее время. И тут происходит просто красота и магия. Все красивенько, никуда по кругу не уходит, именно заходит в центр, и из этого самого центра под баночками начинает наваливать. Как же это красиво выглядит, как же это выглядит офигенно. Конечно же, после того, как перестает действовать рейдж в центре, немного так избавляет обороты, но тем не менее, юнитов на поле боя все еще дофига, а зданий дефа с каждой секундой остается все меньше и меньше. И постепенно доколачиваются у нас те самые проценты. Вот такая вот, ребята, атака. Не знаю, что тут еще добавить. Досматривайте за этой трешечкой ведьмами, но я вас буду ждать уже на первой строчке топ-5. Первое место. А на вершине сегодняшнего топа оказался у нас Данил, который проатаковал 6-й номер, вот такую вот девяточку с фуловым забором, 28-й квиной и 19-м кингом, и проатаковал он эту базу Го-Лава-Луном. Давненько я не видел этот микс, и боже мой, как же тут он офигенно заходит. И квина, и крепость клана, и 2 ПВОшки с одной стороны, и достать до них не составит никакого труда. Этим Данилы пользуются. Големы-визарды на почистку, бомберы на подрыв, джамп в центр, герои, синяки, минус квина, минус крепость клана, минус 2 ПВОшки. Но далее дело за малым. Воспользоваться хейстами, воспользоваться гонками и шарами, и аккуратненько доколотить оставшиеся здания дефа и оставшиеся 2 ПВО. И поверьте, Данил с этим справится. Вот такая вот атака, ребят, у нас на первой строчке. Мне она очень и очень понравилась. Голова-лун, отличная база для этого микса, хорошее исполнение Данила. Вот такая вот, ребят, атака. Ну вот и подошел к концу топ-5, надеюсь, он вам понравился. Если же это так, напоминаю вам, ребят, 250 лукасов в следующей части. быть. Но если говорить о итогах всей войны 58-55, тут Мистерс одержали победу. Клевая ковышечка получилась, очень много достойных девяточек было на поле боя у оппонента и много красивых атак тут у нас получилось. Ладненько, ребят, спасибо вам огромное за просмотр еще раз. Остается мне пожелать вам удачи, никогда не болеть, ну и увидимся с вами в следующих видеороликах и услышимся на каких-нибудь стримчиках. До скорых встреч, друзья, пока-пока! Sonic